Вообще, конечно, очень жалко фордовцев. Ведь сюда вложены сотни миллионов долларов. И все сделано по высшим стандартам качества. Когда-то здесь выпускали Fiat Ducato, Ford Explorer, Ford Transit. А теперь здесь делают коммерческий транспорт Solers. Мы находимся в очень точном измерительном приборе. Да, это огромный прибор для измерения кузовов. Обратите внимание, по покрасочной линии идут и аурусы, и солерсы. Их красят по одной технологии. Мы проезжаем слева линию шасси, а также место так называемой свадьбы. Это там, где кузов встречается с мотором.